Приветствую, это Вошков. Сегодня мне нужно сказать вам очень важные слова. У меня создается впечатление, что огромное количество людей в моей стране сошли с ума. И я не могу молчать. Перед этим мне нужно извиниться перед всеми, кто смотрит сейчас это видео. Извините, что так долго. Здравствуйте. Нет войне – это опасный экстремистский лозунг. Любой исход операции на Украине, кроме нашей победы, это поражение. Не может быть ничьей, это миф. Остановка огня возможна только после выполнения поставленных нами целей и задач. Лозунг «Нет войне» выдвигают три группы населения – нацпредатели, лицемеры и обманутые. Первые хотят намеренно навредить родине. Вторые ошибочно надеются вернуть личный комфорт, который они потеряли. А третьи заблуждаются, считая, что любой мир лучше любой войны. И если вы думаете, что данный конфликт нужно остановить любой ценой, спросите себя, к которой из них относитесь вы. Слава нашим солдатам! Слава нашему президенту! Слава России! Слава Христу! Позор Антихристу! Всего доброго.